Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию мастер-класс по изготовлению мыла пинетки. Для этого нам понадобится одушка ананас, масло эхиноцея, гелевый краситель гранат, мыльная основа и формочка в виде пинеток. Сейчас растопим мыльную основу. Мыльная основа растопилась, и теперь мы будем добавлять краситель. Я добавляю сначала немного и смотрю, достаточно ли цвет, который я хочу. Добавлю еще 2 капельки. Для меня цвета достаточно, а вы можете уже корректировать сами, добавлять или делать еще меньше. Здесь где-то 4 капельки. Теперь я добавляю масло. Я добавила 5 капелек. Теперь добавляю отдушку. Я добавила 7 капелек, вы можете также корректировать, либо чтобы аромат был более яркий, либо более нежный. Все хорошо перемешали. И теперь заливаем основу в формочку. Теперь ждем, пока мыло полностью застынет. Я достала мыло из формочки, и у нас получились вот такие пинетки. Я бантики немножечко протерла перламутром. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!